В прошедший уикенд на трассе Валлелунга состоялся первый этап нового сезона итальянской Формулы-4. Пилот молодежной программы SMP Racing Михаил Белов в двух гонках уикенда занял второе и третье места. В субботу Белов поднялся на вторую ступень подиума. В утренней воскресной гонке Михаил финишировал на пятой позиции, но после штрафа, назначенного двум пилотам впереди, переместился на третье место итогового протокола. Финальная гонка уикенда прошла в условиях сильного дождя. Белов стартовал с 13-й позиции, но отыграл 10 строчек и поднялся на третью позицию. На последнем круге гонки россиянин попытался атаковать соперника, идущего вторым, но в результате контакта машину развернуло, и шансы на третий подиум, увы, были упущены. Как подчеркнул директор молодежной программы SMP Racing Петр Алешин, итальянский чемпионат – один из самых сложных среди соревнований Формулы-4. Здесь много участников, высокая конкуренция, идет непростая борьба. Что касается самой трассы Валлелунга, то она старая, специфическая и технически непростая для пилотирования и обгонов, поэтому здесь очень важен результат в квалификации, то есть место на старте. Второй этап итальянской Формулы-4 состоится 18 и 19 мая на автодроме в Мизано. Серия фильмов о «Мстителях» постепенно становится культовой. Вот и семья дрифтеров из Владивостока нарисовала шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной Марвел. Логотип, как и во время профессиональных соревнований, пилоты выжгли во время парного заезда. Для реализации задумки потребовалось 4 комплекта шин, 2 Ниссана Сильвия, 6 часов репетиций и 80 литров топлива. Таким образом, водители отметили выход в прокат картины «Мстители. Финал» и, можно сказать, стали частью 11-летней истории комиксов Marvel.